Дорогие друзья, а вот теперь, в завершении нашей сегодняшней концертной программы «Дань памяти Анвару Назарову» прозвучит его вальс, который называется «Берегите друг друга». Вот так под занавес встречи его такое название, как будто вы знаете его завет, чтобы мы действительно берегли друг друга. Берегли мир в нашей многонациональной, невероятно дружной стране. Наш народ гостеприимный. Я, например, очень люблю свой Узбекистан. И где бы я ни была, для меня Узбекистан – это моя родина, ни с чем не сравнимая. И я очень понимаю чувства Анвара Назарова, который говорил, что надо помнить об этих корнях.